всем привет! Вы на канале Глеб Факула. Доделываем наш аквапарк. В прошлых сериях мы вот это вот все замутили. Там травку в аквапарке сделали. В этой же серии мы сейчас дорогу доделаем. Ну, в общем, интересный ролик будет. Ну, а мы начинаем. Сейчас я тут вот это прокладываю черным. В общем, вот. Тут мы все черным заделываем. Уже, наверное, в следующем видеоролике я уже буду делать обзор. Но... Да, это уже последняя серия строительства. Это стопудово. Ну, поэтому это очень хорошая новость. Потом я приступлю к обзору этого. Это и штуки. Тут вот убираем это доступу. Все. И заделываем все черной глиной. Так, рад. Как-никак. Вот, сейчас мы будем там, по сути, доделывать. Берем кварц. И вот так вот ставим. Ну да, в принципе. Так. Берем черную глину. Так. Так. И профессионально все делаем. Пунц-пунц. Ну, тут у нас такой... Познаюсь, тут неровно как-то получается. Ну, все же ладно. Ну, ребята, мы, в принципе, аквапарк уже полностью сделали. Я даже не знаю, что мне сейчас, в принципе, делать. О, давайте еще карту аквапарка создадим, потому что она сохранилась, там не то кое-что сохранила. Я думала, она будет сохранять то, что я новый строю, но она, оказывается, этого не сохраняла. Потому что только недавно Майнкрафт на телефон скачал. Хотя это нельзя отрицать, то, что я в него первый раз играю, потому что тогда были видеоролики, ну просто я его удалю, потом скачал заново, ну вы поняли. Так вот, сейчас возьмем карту. Вот карта. Создали карту. И тут создали карту. У нас в инвентаре вот тут должно быть две карты. Одна карта. И вторая карта. Ну, в принципе, нормально. Ладно, тут у нас будет первая карта. Пока мы это из рук убираем. Можно вот это убрать, вот тут.
сюда, это сюда. Все, мы готовы. Мы сделали карту клуба. Вот такая. Примерно. Это весь аквапарк, который мы сделали. Ребята, мы сделали наконец-то этот аквапарк. Я даже не верю в это солнце. Мы сделали этот аквапарк. Я думаю, серию можно оканчивать она самой короткой, потому что мы все уже до конца сделали. Что ж, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!